5-7, привет, с вами снова я, и на этот раз у меня Дана. И очень сложное название, которое я, скорее всего, неправильно опять произнесу, но я постараюсь. И это Кешир Мейсин Сеннеге. Кешир Мейсин. У нас в башкирском, если честно, нет такого, чтобы буква И писалась с точкой, насколько я помню. Вот. И мне иногда не очень удобно читать, что написано. Мне, в принципе, неудобно читать. Вот, поэтому давайте приступим к просмотру. И раз, два, три. Поехали! Зачем ей пистолет? Что вообще происходит? Данный кентал. Кентал? Какой у него макияж специфический. С такой простотой сказала Кешир Мейсин Неге. Кешир Мейсин Неге. Не могу. Она его преследует, да? Такой интересный клип, если честно. Мне нравится ее платье. Вот. Я как девушка истинная смотрю на такие вещи. Мне опять кто-то звонит, ну да ладно. Какие-то гонки устроили, вообще непонятно для меня. Извините. Так, где? Она его преследует, получается? Я не понимаю, что происходит, если честно. Это каким надо быть Шумахером и гонщиком Формулы-1, чтобы вот так вот развернулся? А, это парень развернулся. Да, ладно. У него машина офигенная, если честно. Зачем она его привязала, господи, я не понимаю. Что он так сделал, бедный парень, если честно. Зачем мне накрасились с фиолетовым цветом губы, я не понимаю. Она без этих губ намного симпатичнее выглядит, если честно. Да, клип очень интересный на самом деле, со смыслом. У этого клипа на самом деле есть смысл. Вот. Что еще хочу сказать? Там была фраза to be continued, да? Я чувствую, будет продолжение, и я не знаю, что там, конечно, будет, но мне очень интересно посмотреть. Если вам тоже, ставьте лайк. Вот. Что еще могу сказать, да? Девушка симпатичная, но, как я сказала, без этих синих губ ей было бы намного лучше. А так, в принципе, мне все очень понравилось. Если вам тоже, ставьте тоже лайк.
Вот, а я буду приступать в следующем видео. Я вас всех очень сильно люблю. Пока-пока!